Программа называется «Один день в научном парке Сириуса». Организована она самим образовательным центром и городским управлением по образованию и науке. Мы увидели буквально с первых минут посещения нашими семиклассниками центра, насколько это интересно детям. И профориентационная работа строится очень нестандартно. Посещая демонстрационные площадки, площадки лабораторий, участвуя в мастер-классах, ребята смогут определиться, что же им интересно. И самое главное, в области науки и техники. Сотрудники знакомят школьников с деятельностью наукопарка. Здесь есть опытно-демонстрационные полигоны и выставка завершенных проектов. Гости выполняют практические работы в мастерских прототипирования, схема техники в лабораториях биохакинга и нанотехнологий. У меня в руках растения клубники, грязь, еще молекулы. Я в белом халате, потому что мы находимся в лаборатории и смотрим под микроскопом разные молекулы растения. Не всем ребятам удается попасть сюда на целый поток, только самым талантливым. Но такая однодневная экскурсия поможет школьникам сформировать представление о будущей профессии. У нас здесь уже фактически сейчас открываются программы дополнительные и углубленного изучения академических дисциплин, и самое главное, работы в лабораториях. То есть это возможно создавать научно-технические проекты и возможно создавать проекты, связанные, в общем-то, с углубленным изучением дисциплин. Проект рассчитан на долгосрочное сотрудничество в рамках этого учебного года. Планируется, что такие экскурсии посетят 7-8-классники всех школ Сочи, около 10 тысяч человек. Елена Овсецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.